Мой персонаж, знаете, за кого персонажа я играл бы? Эльф-егерь-насильник, который охотится за гоблинами, потому что считает их просто страшными эльфами, у него фетиш на этом. Ясно, за Йорвита. Каловый. Бля, кстати, каловый некромант, это, кстати, тоже идея. Тогда они даже должны быть героями, да не обязательно. Не, в смысле, а что плохого-то в таком персонаже было бы? Егерь, эльф, егерь, насильник, который охотится за гоблинами и делает с ними всякое. Как бы, ну, у него есть и минусы. Я зарегистрировал порно-аккаунт, используя свой школьный email.